Здравствуйте, на телеканале ЖТСУ «Время новостей», в студии Асим Кащегулова, сурдоперевод Марата Жумабекова. И в начале выпуска коротко о самом главном. Быстрее, выше, сильнее и глубже. В Талдыкургане будет построен крытый бассейн олимпийского уровня. Бьют рекорды. Свекловоды Сарканского района установили новый рекорд по урожайности свеклы. Неужели сбылось? 60 лет жители села Каракум ждали чистой питьевой воды. И вот, наконец. Старт внедрения обязательного медстрахования перенесен на 2020 год. Напомним, ранее планировалось ввести ОСМС уже с января следующего года. Такие данные озвучены в ходе селекторного совещания акимов области под председательством руководителя администрации президента Республики Казахстан Адильбека Жаксыбекова. По его мнению, главная причина переноса – самозанятые люди, те, которые потенциально могут остаться незастрахованными. На сегодняшний день это более 2,5 миллиона человек. К ним относятся частные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие граждане. Решить вопрос самозанятым населением и обязать выплачивать страховые взносы фонд ОСМС Адильбек Жаксыбеков назвал главной задачей. Также он поручил руководителям областей продолжать разъяснительные работы, так как народ все еще не понимает основных принципов ОСМС. Между тем, порядка 1500 клиник уже зарегистрировалось в системе и готово оказывать свои услуги. Значит, план такой. Каждый регион должен разработать региональные дорожные карты. Так, давайте договоримся. В данной дорожной карте должны быть отражены конкретные мероприятия, установлены четкие сроки и ответственные. Вот информацию по исполнению будем поручать писать в администрацию президента на ежеквартальной основе. Раз в квартал будем анализировать. В Талдыкургане появится новая достопримечательность. В областном центре со следующего года начнется строительство уникального крытого бассейна в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня акимы Алматинской области представили генеральный план сооружения, не имеющего аналогов в республике. Плавательный бассейн площадью 27 тысяч квадратных метров расположится в юго-западном жилом массиве Талдыкургана и станет продолжением парка культуры и отдыха «Жастар». Необычное архитектурное сооружение в виде силуэта рыбы придаст новый облик городу и станет не только излюбленным местом досуга талдыкурганцев, но и местом проведения различных спортивных состязаний областного, республиканского и мирового уровней. Центр водных видов спорта, да? Ержанаты жетсу не зря же. Центр водных видов спорта. Здесь такого стадиона, такого этого спортивного сооружения в республике нет ни в одном городе. Чемпионат мира можно проводить на таких бассейнах. Да. У нас чемпионат мира можно по водным видам спорта. Чемпионат Азии запросто. Свободно от соревнований время будут люди, жители. Все будут сюда. Вот. Это же 50 метров проплыть, все взрослые люди захотят. Оснащенность и материально-техническая база спортивного комплекса будут соответствовать олимпийским стандартам. Здесь расположатся 4 бассейна. 2 из них по 50 метров в длину и 25 метров в ширину. Само здание будет возводиться ниже уровня земли, а уровень трибун на 3 метра выше в форме амфитеатра. Специально для того, чтобы зрители смогли наблюдать за каждым действием. Здесь, значит, тут 2 бассейна олимпийских. Значит, одна, значит, тренировочная, а вторая это для соревнования. Ну, еще есть, значит, трамплин, это как 10-метровый, 7-метровый и 5-метровый. 2 бассейна, значит, по длину, значит, по 50 метров, шириной по 25 метров. А значит, для трамплина там 25 на 25. Еще этот бассейн можно использовать для синхронного плавания. Строительство плавательного бассейна начнется в начале следующего года. На пользование талдыкурганцам он будет сдан через 2 года. Эльвира Лекерова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Алматинская область и Республика Сербия расширяют границы сотрудничества. Напомним, в прошлом году официальная делегация во главе с акимом региона Манды Камбаталовым посетила государства Юго-Восточной Европы. Результат переговоров – договоренности в сферах IT-технологий, сельского хозяйства, промышленности. На этот раз представители крупной строительной компании Сербии «Интерьер Янкович» посетили нашу область. Предприятия на мировом рынке порядка 30 лет, из них 3 года в Казахстане. Основное направление в нашей стране –
стороне продажи строительных материалов. При этом интерьер Янкович занимается также возведением госучреждений, жилых зданий, отелей. По словам гостей, Казахстан является приоритетной страной и в этом секторе, поскольку сегодня республика переживает небывалый строительный бум, в том числе и Алматинская область. Кстати, компания строит по модульной системе. Это экономия времени аж в 2 раза. О преимуществах используемой методики руководители предприятия рассказали подробно на встрече с первым заместителем акима Алматинской области Лязатом Турлашевым. Модульная система – это новое слово в сфере строительства. Модульная система также выдерживает и самые высокие сейсмические стандарты. Новшество можно применять как для общественных, так и для жилых зданий. Мы очень заинтересованы работать с Казахстаном, потому что страна развивается и очень быстрыми темпами. И мы хотим привнести сюда новые технологии, которые позволят ускорить процессы строительства. У нас имеются 8 цехов в приоритете строительства, еще одного в Казахстане. В выставочном павильоне «Атакент» состоялась большая выставка современных медицинских достижений клиник Южной Кореи. Мероприятие прошло в рамках укрепления сотрудничества 2 стран в развитии медицины и медицинского туризма. 17 клиник общего и узкого профиля со всех уголков Южной Кореи предложили самые современные методики лечения. В рамках выставки посетители смогли получить бесплатную консультацию от ведущих корейских профессоров в области пластической хирургии, протезирования суставов, лечения грыжи, протрузий, сердечно-сосудистых заболеваний и других ряда недугов. Мы сотрудничаем с Казахстаном уже несколько лет, и все это время идет активное развитие медицинского туризма. Наши специалисты готовы продолжить все самые современные методики лечения сложных и даже запущенных болезней как взрослым, так и детям. Ответственность за проведение выставки взяла казахстанская компания, лидер по медицинскому туризму «Корея Vision Tour». Она сотрудничает с медицинскими компаниями Республики Корея уже 6 лет. На сегодня они работают с 40 их клиниками. За эти годы «Корея Vision Tour» создала для клиентов все условия по медобслуживанию. От поиска подходящей клиники и бронебилетов до полного курса лечения и возврата на родину. Мы консультируем, рекомендуем клиники. Наши граждане выбирают, в какую клинику они едут, приезжают туда и получают медицинское обследование, лечение и диагностику, проходят реабилитацию по таким заболеваниям, как бесплодие, позвоночные грыжи, протрузии, травмы, родовые проблемы. То есть многие заболевания можно решить и вылечить в Южной Корее. Также в рамках мероприятия организаторы разыграли множество призов среди посетителей. Призы солидные, сертификаты на лечение, диагностику или консультации. Меня интересует именно медицинский туризм, тем более, что Корея известна, да, как центр, в общем-то, медицинского обслуживания в мире, наиболее лучшие и хорошие клиники находятся там. Ну и сейчас много наших возможных туристов, потенциальных клиентов спрашивают о лечении в Корее. Выставка прошла в течение 3 дней. За это время огромный поток посетителей познакомились получше с зарубежной медициной. Многие из них нашли тот самый ключ к своему оздоровлению. Такие мероприятия отныне обе стороны готовы проводить систематически. Ильяман Раймбеков, Роза Дусебаева, Айбек Акшолаков, телеканал ЖТСУ, Алматы. Сарканские свекловоды заявляют рекорд. Хозяйство Бакалы Баужан по первым собирает урожай по 800 центнеров с гектара. Ну а вес отдельно взятого сладкого корнеплода достигает почти 3 килограммов. Сборка урожая сладкого корнеплода крестьянским хозяйством Бакалы Баужан только набирает обороты. На сегодня убрано около 30 гектаров из 120 общих. Урожайность радует глаз и статистику, да и погода, как по заказу. Данное крестьянское хозяйство бьет все рекорды Сарканского района. Их показатель 800 центнеров с гектара, а вес каждого корнеплода достигает 3 килограммов. На уборке урожая задействовано около 25 единиц спецтехники, среди которых есть и современный свеклоуборочный комбайн. Урожайности по максимуму в этом году послужили применение интенсивных технологий выращивания, а также благоприятная погода. Мы уборку урожая начали 9 сентября. Вся техника исправна. Постараемся до 25 октября уложиться и все собрать без потерь. Хозяйство собираемый урожай сдает на Аксузский сахарный завод, который почти месяц назад начал прием свеклы. В целом их выращиванием в Сарканском районе занимаются более 100 крестьянских хозяйств.
Средняя урожайность по району составляет 350 центнеров с гектара. В этом году у нас по Сарканскому району посеяно 1600 гектаров. Рассчитываем по 355 центнеров с гектара получить и сдать сахарный завод 57 тысяч тонн. Мы планируем. Для этого у нас есть все возможности. У нас есть 4 СЗЦ. Все полностью техниками обеспечены. Сейчас работает где-то около 60 КАМАЗов на перевозке. Покалы Баужан свекловодством занимается 3 года. Выбору культуры послужили госпрограмма по субсидированию сахарной свеклы и поддержка руководства. К примеру, в прошлом году ими было отведено под сладкий корнеплод 97 гектаров. И каждый гектар дал в среднем по 700 центнеров. Урожай нынешнего года пока не превзойденный рекорд по области. До этого дня позицию рекордсмена удерживало хозяйство НАМ из Кельдинского района. Ильяман Раймбеков, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Уже более 3000 человек на сегодня проживают в селе Кызылагаш. Однако до сих пор основной продукт питания, хлеб и хлебобулочные изделия в село завозились с областного центра. То есть ежедневно машины преодолевали 120 километров туда и обратно. С недавних пор в селе заработала собственная пекарня. Месить тесто начинают в 5 утра. Первая партия лежит на прилавках магазина уже к 10 утра. Вторая партия готова к обеду. Пока обороты относительно небольшие, 300 буханок в день. Помимо самой мини-пекарни, купить его можно в 3 продуктовых магазинах, которые есть в ауле. Сельчане рады, теперь у них есть выбор покупать свежий хлеб, испеченный этим утром, или доедать вчерашний привозной. А пекут хлеб для сельчан свои же местные жители. Предприятие обеспечило работой 8 человек. На выходе у нас хлеб получается по 610, по 620 грамм. Кроме этого мы делаем, кроме заводского хлеба, мы делаем еще батоны, и делаем калачи, и делаем сайки. 3 магазина у нас берет, детский садик у нас берет. Мы потом еще понемножку делали булочки школу. 250-300 булок у нас за смену получается. Можно будет еще больше делать, конечно, нам. В селе Карахум литр воды на вес золота. В ауле проживают 110 семей. Вот уже более 60 лет живут с одной и той же проблемой – нехваткой питьевой воды. Вода привозная, доставляют ее в неделю 2 раза. В этом году в селе намечается большой праздник. По программе развития регионов сейчас в населенном пункте строится центральный водопровод. И воду не придется носить, она будет в каждом доме. Село Каракум – самая северная точка побережья озера Балхаш в Алматинской области. От райцентра его отделяют 250 километров. Зимой сельчане ездят по Балхашскому льду. В теплое время года в объезд на сотни километров. В этом году уже 60 лет с момента создания населенного пункта. И с тех самых пор проблема питьевой воды для местных жителей самая актуальная. Вода здесь привозная. И только в этом году наболевший вопрос, похоже, будет снят с повестки. Мы уже давно живем в этом ауле. Эта проблема касалась еще наших родителей, бабушек, дедушек. Что мы только не делали, чтобы достать питьевую воду. Конечно, было очень трудно для всех нас. Теперь по программе развития регионов в нашем селе проводят воду. Это облегчит нашу жизнь. Мы очень рады и благодарим всех. Огромное спасибо. Каждое ведро воды каракумцам приходилось покупать. Зимой источником пресной воды служил растапливаемый лед, который носили из замерзшего Балхаша. Население Каракум действительно нуждается в питьевой воде. Это испокон веков сюда питьевой воды привозной был. В прошлом году проектно-сметная документация подготовили. В этом году выделены 103 миллионов. Благодаря этому в этом году, я думаю, проблема питьевой воды 100% решится. Работы по строительству водопровода начались в июне текущего года. Заложен фундамент станции по откачке воды и подняты стены. Кроме того, установлен резервуар на 50 кубометров. Сейчас ведутся работы по установке водофильтрующего аппарата. В данное время мы завершили 70% работу. Вот. У нас по графику до конца октября мы должны закончить. Сейчас здесь 15 человек задействовано, 6 единиц техники. Мы сейчас вся уличная трасса закончена. Сейчас делаем водозабор, башню ставим,
насос второго подъема, резервуар уже все поставили, просто остается немножко работы. На сегодняшний день уже проклали трубы на 5 улицах длиной в 3 километра. Срок сдачи уже практически в этом месяце. Этого дня каракумцы ждут с нетерпением. Большинство из них уже готовы воду завести прямо в дом. С водопроводом войдут в их дома и другие блага цивилизации. Водонагреватели, душевые, автоматические стиральные и посудомоечные машины. Пана Анитова, Шынгыз Калиден, Маулен Еспеков, телеканал ЖИТСУ. Продолжаем выпуск с событиями в мире. В Киргизии, где завершилось голосование на выборах главы государства, по предварительным данным победу одерживает Сооронбай Жээнбеков, кандидат от пропрезидентской социально-демократической партии Киргизии. Жээнбекова, сообщили в Центре избиркоме республики, поддержали около 54% избирателей. Второе место занимает лидер парламентской фракции «Республика» Атажырт Умурбек Бабанов, за которого, по информации ведомства, проголосовали чуть более 33% избирателей. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50%. Всего на пост президента претендовали 11 кандидатов. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев не принимал участия в кампании. Закон запрещает гражданам занимать данную должность более 1-6-летнего срока. Астерикс и Обеликс побили новый рекорд. На торгах в Париже оригинал эскиза обложки 5-го альбома комиксов об Астериксе и Обеликсе «Пробег по Галлии», выполненный в 1964 году, был продан за рекордные 1 449 000 евро. А рисунок обложки альбома «Арвернский щит» 1968 года был продан за 1 197 000 евро. Торги проводил аукционный дом «Друо». Главное украшение рисунков – автографы авторов Рене Гассини и Альбера Удерза. Комиксы о прохождениях двух отважных галлов выходят с 1959 года. С тех пор в свет вышли 36 альбомов. С недавнего времени истории сочиняет Жан-Ив Рефери, а рисует Дидье Конрад. Футболист Джордж Вея и действующий вице-президент Либерии Джозеф Бокай лидируют в гонке за высший государственный пост в стране. При этом экс-нападающий Милана, ПСЖ и сборной Либерии показывает лучший результат среди всех 20 кандидатов – 39 голосов избирателей. Бокай отстает на 10%. Подсчет голосов еще продолжается. Однако маловероятно, что Вея выиграет выборы в первом же туре. Его официальные результаты будут объявлены 25 октября. Подсчет замедляется в том числе и из-за того, что на нескольких избирательных участках назначено повторное голосование. Скорее всего, Вее и Бокаю предстоит борьба – уже во втором туре, который должен состояться 7 ноября. Обзор зарубежных новостей подготовил Азат Джумаханов по материалам интернет-ресурсов. В Восточном Казахстане лидеры молодежных движений привлекают своих ровесников в села. На конференции в Усть-Каменогорске они обсудили первые итоги нового проекта «Трасса». Его организаторы уже побывали в 19 населенных пунктах области, где встретились с выпускниками школ и рабочей молодежью. Подробности в блоке республиканских новостей. Как выяснилось, в селах не хватает молодых специалистов. Нет возможности организовать полноценный досуг подрастающего поколения. Все эти вопросы нуждаются в комплексном решении, считают участники встречи, и предлагают новые проекты для реализации в сельской местности. Первый проект реализуется уже на днях. Защитить права людей с ограниченными возможностями. С такой целью инициировала проект прокуратура Кызылординской области. С начала года помощь уже получили более 6 тысяч жителей Приоралья. А в детских садах открыли 15 инклюзивных групп для 130 дошколят. По словам представителей надзорного органа, чаще всего обращения инвалидов связаны с неправильным начислением налогов, определением группы инвалидности, вопросами предоставления социальных льгот и бесплатных медикаментов. Решать эти и другие проблемы удается на встречах с первыми руководителями госучреждений и представителями НПО. Павлодарские спасатели привлекают внимание молодежи к своей нелегкой профессии. Для этого департамент ПЧС организовал научно-практическую конференцию. На встрече обсуждали текущее состояние в рядах спасательных подразделений. Речь также шла о начальной подготовке к поступлению в службу ЧС, которая в настоящее время находится на очень низком уровне. Участникам конференции продемонстрировали силы и средства спасателей, показали на практике методы действия в пределах золотого часа, рассказали, чем важна и нужна профессия спасателя. Обзор республиканских новостей подготовила Пана Анитова по материалам интернет-ресурсов.
В чем преимущество перехода казахского языка на латиницу? Житысовские языковеды разъясняют все тонкости новшества населению. При этом упор областная рабочая группа делает на жителей отдаленных населенных пунктов. Кстати, во время встречи в Аксузском и Сарканском районах специалисты обсудили с сельчанами и проект нового казахского алфавита, представленный на прошлой неделе президенту страны. Казахстанские языковеды представили два варианта латинского алфавита для казахской письменности. Если в первом предлагается сокращение букв до 25 знаков и состоит из 8 диграфов, во втором варианте 32 буквы и апострофы. Новшества стали актуальной темой обсуждения и в Аксузском районе. Специально созданная группа встретилась с сельчанами и ответила на главный вопрос дня. Почему сегодня так важна смена алфавита? Переход казахского языка на латиницу поможет нашей стране подняться на новую ступень развития. Плюсов здесь очень много, начиная с того, что латиница – это язык современной технологии. Кроме того, изучать казахский станет намного легче иностранцам и этническим казахам, проживающим за рубежом. Потому мы попросили проявить сплоченность в решении главного вопроса для нашей страны. И не сомневайтесь в том, что предложения и мнения каждого из вас будут учтены. Так, в администрацию президента уже поступило свыше 300 заявлений. Любое нововведение имеет свои трудности. Главное – найти вовремя пути решения. Однако мировой опыт имеет прецеденты, когда странам, переходящим на новый алфавит, приходилось не раз менять утвержденную графику. Среди постсоветских стран – это Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан. Сейчас перед казахстанцами стоит задача – отнестись с пониманием к грядущим переменам. Житосовский профессор Муратбек Имангазинов считает, только совместными усилиями наша страна достигнет цели. Ахмед Байтурсынов говорил, самый эффективный путь нашего языка – создать правильную форму буквы. Это значит, латинский алфавит для нашего государства – один из путей духовного объединения нации. Переход позволит показать всю красоту и богатство языка. Разъяснить все эти тонкости народу на доступном языке – главная задача нашей команды. В состав разъяснительной группы вошли представители различных профессий, всего 22 человека. Подобные мероприятия они намерены провести теперь во всех районах нашей области. Асим Кащугова, Мухит Тухтасов, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. С начала года в Алматинской области зарегистрировано 33 преступления с участием несовершеннолетних. Все факты раскрыты. Такие данные приводят инспекторы ювенальной полиции региона. В основном, как показывает статистика, несовершеннолетними совершаются кражи, грабежи и хулиганство. При этом наибольшую активность проявляют подростки в возрасте 16 и 18 лет. В связи с этим стражи порядка проводят беседы и познавательные лекции со студентами и школьниками учебных заведений города. Сегодня о своей юридические знания пополнили юноши и девушки политехнического колледжа. Специально для них организаторы подготовили видеоролики и слайды. Таким образом, ознакомили подростков со статьями Уголовного и Административного кодекса. По мнению учителей, лекции с участием инспекторов ювенальной полиции служат хорошим подспорьем в воспитании молодежи. В прошлом году в области зафиксировано 39 фактов правонарушений с участием несовершеннолетних. Раскрыто 37. В этом году можно увидеть хоть и незначительное, но снижение. Проведение подобных мероприятий влияет на статистику. По плану до конца года информационные лекции проведем и в других вузах города. Ипподром Талдыкурган вновь стал местом притяжения самых смелых и ловких наездников и самых резвых и выносливых скакунов. Здесь прошли соревнования по национальным видам конного спорта в честь закрытия летнего сезона 2017 года. Подобные состязания дают возможность сохранить и продолжить национальные традиции казахского народа, прикоснуться к его богатой культуре. Обо всем подробно расскажет Лилия Штогрина. Закрытие летнего сезона в Алматинской области – событие традиционное. Более 100 участников бились за звание сильнейшего в открытом областном турнире «Житесу Жюреге». Причем не только представители Алматинской области, но и гости из четырех регионов и города Алматы. Изящные кони со своими не менее статными наездниками медленной поступью вышли на дистанцию. Мгновенно они приковали к себе всеобщее внимание. И это неудивительно. Все, без исключения виды национального конного спорта, завораживают своей красотой и зрелищностью.
Конные виды спорта издревле были частью казахской национальной культуры и остаются ею до сих пор. Их развитию в нашей области придается особое значение. Расширяется и укрепляется материальная база. Организуются различные областные и республиканские конно-спортивные соревнования. Город Талдыкурган в этом плане считается одним из самых показательных в регионе. В основном скакуны с алматинского региона, это Жамбылский и Карасайский районы, есть районы Талдыкурганского региона, заявились лошади из соседних областей, это Жамбылской области, с Восточно-Казахстанской области, Южно-Казахстанской области, даже есть скакуны из Атырауской области. Программа состязания состояла из трех номинаций. Острая и упорная борьба шла в Алман-Байке на 41 километр. В результате победителем самой длинной и самой трудной дистанции и обладателем главного приза – автомобиля марки «Нива» оказался скакун по кличке Самал из Жамбылской области. Нужно отметить, что все участники соревнований благодарны организаторам за предоставленную возможность вновь попробовать свои силы в этом зрелищном и динамичном виде спорта, который играет немаловажную роль в пропаганде и реализации принципов здорового образа жизни среди молодежи. Я со своим скакуном по кличке Самал уже 3 года вместе. Я чувствую, когда он устал и когда он может бежать еще быстрее. Думаю, что он тоже ко мне привык и понимает каждое мое движение. Это уже не первая наша победа. 2 года назад мы стали победителями крупного республиканского турнира «Алтын тулпар», а в этом году нам удалось подтвердить свое чемпионство. В номинации «Топ-байге» на 21 километр прекрасно показал себя скакун по кличке Бай из Талгарского района. В состязаниях «Тай-байге» на 5 километров первым преодолел финишную черту карасайский наездник на тулпаре по кличке Актанай. Призеры всех видов состязаний награждены денежными премиями и ценными подарками. Лилия Штоглина, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. Спорт против преступности. Большую роль в профилактике и предупреждении преступности среди бывших осужденных граждан или же лиц, склонных к асоциальному поведению, играют не только оперативно-профилактические, но и спортивные мероприятия. Именно с этой целью прокуратурой города Текели совместно со службой пробации, городским отделом физкультуры и спорта был организован турнир по мини-футболу. Организаторы отметили, что такие соревнования проводятся впервые, но они намерены сделать их традиционными. Ведь чем больше люди, состоящие на учете службы пробации, будут заниматься спортом, тем меньше у них будет негативных мыслей и неправильных поступков. У бывших осужденных есть все шансы не только исправиться, но и стать людьми с активной гражданской позицией. В данном мероприятии приняли участие свыше 30 подучетных лиц, которые были награждены медалями, грамотами, кубками. После награждения проведена беседа с участниками «Спартакиады» на тему получения социально-правовой помощи и трудоустройства. Цель организации данного мероприятия – профилактика совершения рецидивной преступности и пропаганда здорового образа жизни для лиц, состоящих на учете служб пробации города. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания.